Так, ага, иди сюда. Представляешь, если с помощью вентилятора сдувать пыль с мебели, его лопасти натыкаются на ручку шкафа, он с определенной долей вероятности может сломаться. Я решила попробовать починить его сама, но вместо схемы вентилятора нашла схему ветрогенератора. Оказывается, есть такая штука, которая наоборот из ветра делает электричество. Представляешь, ветер, это же ничего. И вдруг из ничего мы получаем подсветку для туалетного столика, работающий вен для сушки волос, санитарий, массажное кресло. Если ты не хочешь ходить сама, я буду носить тебя. Отпусти меня на землю, я еще не разобралась в схемах, ой! Я к тебе со всем сердцем, а ты мне уши откручиваешь, да у тебя ветер у самой в голове. Такой сквозняк, что с помощью ветрогенератора всю долину осветить можно будет. Ты просто гипертрофированная мансипама. Гипертрофированная мансипама. Сам-то хоть понял, что сказал? Мансипама? Привет. Что-то ищете, любознательная моя? Слово незнакомое встретилось, может подсказать. Спасибо, я сама найду. Словари там. Гипертрофированный, увеличенный в объеме, чрезмерный. Я чрезмерная мансипама? Что такое мансипама? Может, мансипама — это несколько слов? Манси и пама? Нет, ерунда какая-то. А может, не мансипама, а мансипама? Нет, не подходит. Что, если переставить буквы сипама или племенса? Еще немного, и она все узнает. Это невозможно. Живо слишком сложно. Мансапи. Древнее тайное мужское общество исповедовало учение трех лепестков. Учение трех лепестков возникло на заре патриархата. Патриархат! Вот! Ничего себе! Было предназначено закрепить возросшую роль мужчин в общине. Вот оно что! Сама так же кодекс патриарха. Первое правило кодекса патриарха. Никогда не говорить о нем при особях женского пола. Дальше сокращенно же. Интересно. Второе правило. Дарить же цветы и конфеты, выводить на прогулки и носить на руках. Делать все, чтобы же чувствовала себя слабой и беспомощной. Зачем ты произнес секретное слово мансипа, означающее же, отказавшуюся от своей женской сущности? Это вырвалось у меня случайно. Но он разрешил ей пользоваться библиотекой, хотя кодекс запрещает давать книги женщинам, кроме тех, которые рассказывают о романтической любви к мужчинам. Да, я видел таких очкастых же, которые читают другие книги. Копы — это специальные роботы. Вы подвергли опасности уклад жизни, который развивался не одно тысячелетие. Вы, жалкие мужчины, думали, что вечно будете править миром с помощью своих глупых машин, электрических устройств. Но я разоблачу вас, и ваша власть падет. Вот увидите, я сама смогу собрать ветрогенератор, и вы нам больше будете... Не нужны! Держите ее! За все, да, за все, да, 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 да.
Отдай кодекс! Отдай кодекс! Отдай кодекс! Отдай кодекс! Давай помиримся. Но ты мне скажешь, что означает слово «мансипа». А, «мансипама». А, ничего не означает. Я хотел выругаться, но сдержал себя. И в итоге получилось что-то невразумительное. А я-то думала! «Мансипама».